Всем привет! Меня зовут Юлия Кремлёва, я астролог. Вы на моем канале. Спасибо огромное, что зашли на мой канал и смотрите это видео. На моем канале вы можете увидеть разборы разных известных людей. На моем канале вы можете увидеть астрологические исследования. Некоторыми исследованиями я занимаюсь годами. Астрологией я начала заниматься с 25 марта 2015 года. И с этого момента, ну, примерно с этого момента, где-то месяца через два, я начала заниматься Чернобылем. Мне Чернобыль интересен до сих пор. Некоторые исследования на эту тему у меня есть на моем канале, я ссылки оставлю ниже. Также у меня есть исследования, которые касаются социальных сетей. Конечно, я делаю персональные консультации, тоже обращайтесь, если вам нужна такая персональная консультация. Опять же, свой имейл я оставляю внизу в описании. У меня есть второй канал Дзен на Яндекс.Дзен. Пожалуйста, переходите туда, потому что YouTube не очень благоволит в последнее время к русскоязычным блогерам. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь, ссылки внизу. А также у меня есть группа в Telegram, пока что это группа, и на днях я планирую канал открыть. Жду удачного времени, так что, пожалуйста, переходите по ссылкам, скорее всего, на момент выхода данного конкретного видео. У меня уже будет открыт канал, поэтому ссылку на канал и на группу в Telegram я также оставляю. Оставляю также внизу в описании ссылки на все свои социальные сети, которые я веду, даже на те, которые запрещены в Российской Федерации. Ну, я записываю это видео в ноябре 2022 года. Я очень надеюсь, что в следующем году, в последующие годы и YouTube, и все остальные запрещенные социальные сети, которые уже запрещены, все-таки будут реабилитированы на просторах Российской Федерации. А пока что работаю, продолжаю трудиться, продолжаю исследовать и наблюдаю за своими прогнозами. Те прогнозы, которые у меня сбываются, меня это очень радует. Я выкладываю короткие видео, ну, там до одной минуты, что вот этот прогноз сбылся, этот прогноз сбылся. Бывает такое, что на своем канале я, ну, выбираю какое-то определенное время, потому что любой прогноз — это такой достаточно глобальный труд, и не всегда у меня хватает времени и усидчивости для того, чтобы выложить этот прогноз на моем канале. Я выбираю какое-то короткое время, короткий промежуток времени, ну, ближайшие 2-3 месяца. И вот, судя по этим 2-3 месяцам, я там, ну, выкладываю какие-то короткие предсказания на будущее. То, что за эти 2-3 месяца ничего глобального не случается с человеком. Ну да, так бывает. Но опять же, автор я. Да, я выбрала такое короткое время для прогноза, не позаботившись о том, чтобы рассказать своему зрителю о том, что же будет еще дальше впереди у этого человека. И здесь я даже не понимаю, ну, претензий некоторых своих зрителей, а почему прогноз не сбывается. Да я просто не выбрала более длительный период времени, а на тот короткий период времени, на который я все-таки сделала прогноз, он меня абсолютно удовлетворяет. То есть здесь такие нюансы. Астролог не всегда, конечно, учитывает вот этот вот временной... Ну, я не всегда учитываю вот этот временной промежуток. То есть я делаю то, что мне удобно, то, что я могу сейчас, сегодня сказать, да, или быстро сказать, вот так вот, подхватывая время на лету. Работа астролога достаточно сложная. С 2022 года... Нет, с 2021 года, с августа месяца, когда случился переворот в Афганистане, я стала обращать внимание на тему прогнозирования стран. Очень сложное прогнозирование стран для меня, потому что я никогда ранее не интересовалась глобальной политикой. Ну да, что-то слышала, вот президент в этой стране такой-то, вот президент в другой стране, вот он, что страна добывает, там какие-то полезные ископаемые. Да, тоже это я все помню из уроков географии в своей школе.
Но заниматься геополитикой, мне пришлось заняться геополитикой для того, чтобы понимать, какие колоссальные движения происходят в политике той или иной страны. И только на основе этого я делаю какие-то заключения о странах. Ну, конечно, мне для этого приходится перерывать массу информации. Поэтому, если вам интересно прогнозирование стран, пожалуйста, перейдите. Я тоже оставлю ссылку внизу в описании на эту папку. Это то, что очень сложно делать. Вот я реально вам говорю, если вам не сложно, то, пожалуйста, ставьте лайки этим видео. Это помогает продвигать мой канал, продвигает это видео и тот колоссальный труд, который я вкладываю. Ну, я вот не могу точно сказать, сколько времени у меня уходит на анализ одной только страны. Ну, где-то вот в районе месяца, наверное. Мне столько приходится читать не только по астрологии, а еще и, в принципе, о политике этой страны, смотреть какие-то документальные фильмы, слушать разные источники по геополитике. Конечно, это колоссальный труд. Поэтому, пожалуйста, если можно, поставьте лайк всем видео, где я рассказываю о странах. О странах — это мунданная астрология. Обращаю ваше пристальное внимание к своему каналу. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте мне лайки, задавайте вопросы. Приходите ко мне в группу, в Телеграм, в канал, в Телеграм. Подписывайтесь в социальных сетях. Приходите на личную консультацию. Ну, вы знаете, я за звездный позитив.